Тебе считать все химиков. Да, да, да. Вот, посмотри, мои стероиды. Вот стероиды нашего Романа. Что тут у нас есть такое? High Vitesse, Performance, Axislab, креатинотестер, БЦАшки, гематайза, глюкозамин. Не, ну вообще полный кокс. Да, полный набор. Ну плюс еще вот протеин и экдостерон. Допустим, употребляю, когда работаю на мышечный объем вот, по вот, микроциклу. Вот. А так в основном ну, для связок. Ну объясни, объясни, что у тебя вот, вот сейчас у тебя есть стол, под которому ты тренируешься сидя. Как вот бы, да? Да, у меня, короче, ножки под стоячий стол, под сидячий. Когда я готовлюсь под сидячую борьбу, я просто ставлю вот, делаю сидячий стол, и специфика тренировок вся переключается именно под борьбу сидя. То есть все упражнения, бицепс, кисть, без ног выполняются, то есть в положении сидя, ну, именно так, как ты будешь бороться, то есть. У тебя сделанный вот регулируемый. Да, блок регулируемый, он регулируется по всей высоте. Угу. То есть от низа до верха. И сам трос можно менять по длине, побольше, поменьше. Вот, допустим, ну вот, если нужно. Вот. Допустим, кисть снизу качаю, просто вот этот тросик убираю, и уже как бы становится нормально. Вот он полностью регулируется. Сколько тягощений на вот этом блоке? Ну, где-то сейчас скажу, Игорь, тут 28 плиток, каждая плитка повышает где-то около 6 килограммов. Ну, посчитаем, это где-то, ну, получается, где-то 100... Около 180 килограмм. Охренеть. Ты мне скажи, а ты сколько тут берешь? А максимально на спину делаю 22 плитки, когда тягу делаю на широчайку. Ага. Вот, у меня, видишь, специально есть для широчайки там ручечка. Ага. Вот, я покажу потом. Там просто вот тягу базовую делаю, сидя сажусь. А ключом то что ты делаешь, что подтягиваешь? А? Именно вот, ну, двумя руками, вот в короткой амплитуде к животу. Тягу на широчайку, это вот двумя руками. Так. Вот спортсмен пришел. Тоже. Чемпион Европы. Красавец. Как тебя зовут? Кис? По паспорту его зовут Онегин. Ой, но, боже. Но по-домашнему его все зовут Заяц. Или Бармалей. Бармалей, вот. Кинуш. 7 килограмм мышечной массы. Здоровье. Без стероидов. Да, без стероидов. Натурал. Все на рояле. Все на рояль канине. На рояль канине. Вот. Ну вот, в принципе, тут еще что. Ну вот, использую я для СФП, это спецуха. Вот использую еще такой канат. Но, и как, что ты им делаешь? Паранатор. Именно вот грузит хорошо пальцы. Угу. Вот, то есть одеваю за место вот этой ручки, вот, делаю паранацию тоже через блок. Ну, в принципе, я могу показать, как бы сейчас, тогда, наверное, развернем стол. Да. Я просто чуть-чуть не ожидал, что сразу в карьер как бы... Конечно, вот. Все-таки так. Интересно для ребят инвалидов будет твоя наука, потому что... Сейчас. Разверну стульчик. Опа. Сейчас я. Так понял, что тебе в развороте Олька помогает. Нет, я сам все делаю. Просто тут гантели, сейчас я их уберу. Тренируюсь, я полностью все сам делаю. То есть это я никаких проблем. Сейчас просто тут гантели. Я убрал. Вот. Чем хорош армрестлинг, тем, что он. Для тренировки нужно достаточно не так много места, чем, допустим... Да, и, скажем, двухкомнатную квартиру можно совершенно спокойно оборудовать. Вот я на 5 квадратных метрах оборудовал себе площадку. Вот, грубо говоря, 2 квадратных метра стол и блок. Ну и плюс еще там по мелочам. Ну и плюс Бармалей там, да. Полквадрата занимает. Полквадрата занимает. Вот, значит... Сейчас... У меня, видишь, здесь все выверено. Я фломастером тупо себе наметил под крюк, натяг, видишь? А, вот все делаю. Это натяг, это под крюк. Да, это под бок сидя.
боковая сидя, потому что когда стоя делаешь, поднимаешь выше, а когда сидя, блок ниже опускаешь. Вверх 15 и 30 градусов. Вот интересно. Вот. Сейчас. Ну вот такого плана. Вот, кстати, твоя ручка, Игорь. Когда в Польше. Заметил. Когда был в Польше, я купил две. Одну оставил специально толстую, а другую еще работаю с тонкой эту ручкой. Специально сделал ее потоньше. Ага. Но здесь делаю акцент именно на пальце вот это вот упражнение. То есть толстая ручка прорабатываю всю кисть, хват. А с тонкой прорабатываю больше нагрузку на пальцы.